Приветствую вас. Я бы сказал, что здесь Ксения у вас переплелись отношения к самой себе, отношения к, ну, как бы, к мужчинам и женщинам. Вот. Возможно, из-за, в том числе, нарушения гендерного поведения. То есть, если у вас бабушка была такой достаточно волевой, вот, достаточно волевой, сильный, вот, четко знающий, чего она хочет. Вот, ну, то есть, немного, не мало, да, такой мужик в юбке, по факту, да. Ну, давайте, как бы, давайте вещи будем своим именам называть, вот, то, естественно, что вы, ну, как бы, чувствуете себя именно с мужчинами, как бы, ну, несколько более вот раскованно, потому что мужчины для вас, как бы, вот такой угрозы, да, не представляют. Даже не угрозы, а ценности. То есть вам, ну, как-то вот сложно воспринимать мужчин, например, ну, всерьез. Вот. А вы себя чувствуете больше похожей на них, на мужчин. Вот. По-видимому. Вы не обижаетесь на то, что я вот скажу, да, ну, ну, в смысле, на то, что я говорю, ну, вот, не обижайтесь, пожалуйста. Но, как бы, мне кажется, что проблема здесь вот именно в этом. И вам нужно работать именно с этим, с корректированием своего поведения. Ну, то есть проработка отношения к бабушке и с бабушкой. Вот. Ну, как вариант. И принятие себя. Вот. Как следствие. И вот что касается комплекса, да, то есть, чего вы боитесь? То есть, ну, вот, то, что вы описываете, может быть, очень похоже на историю про то, что бабушка, несмотря на свою силу, да, несмотря на то, что она вот такая, ну, как бы, волевая, да, и прочее, вот. А несмотря на это, она вполне возможно вот как-то ориентировалась на других людей. Вот. Ну и вы, по-видимому,
также вот ориентируйтесь на других вот людей, вот, ну в этом контексте получается. Вот это неплохо. Как бы. Понимаете, как бы. И с этим нужно работать. Потому что если вы, ну, боитесь, как вас оценят, да, вот. Например, то нужно работать как раз с самооценкой. Вот. И, соответственно, больше уверенности в себе. Понимаете, да? Вот как-то так. Какая-то такая история. Здесь. Давайте сейчас я еще обращу ваше внимание на то, что возможно. Это только возможно, что речь идет еще и о конкуренции. Ну, вполне может быть, что речь идет о том, что вы вот как-то конкурируете с другими женщинам. Опять же, может быть, по той причине, да, что так делала ваша, ну, бабушка. То есть у нее вы могли вот научиться как бы, ну, конкурировать. Понимаете, да? Вот поэтому как бы на это тоже нужно обратить ваше внимание. На этот аспект. Потому что это вот, ну, довольно важный момент. Ну а в том, что касается того, что вы как-то вот себя не принимаете, да, то, ну, на мой взгляд, как мне это кажется, и вот как мне это видится, ну вот, естественно, что я могу ошибаться, ну вот, но как мне кажется, и как видится, вы вот очень сильно озабочены тем, чтобы вот быть, ну, такой, какой вот вас хотят видеть. То есть, ну, иными словами, да, соответствовать некому эталону, так скажем, красоты, который вы вот, ну, сами себе вот, ну, не придумали, может быть, вот в прямом смысле этого слова, да, но которому вы вот пытаетесь следовать.
Это неплохо, но просто в какой-то момент для вас это, видимо, стало сверхценной такой идеей. Вот. Ну, к сожалению. И в итоге, ну, теперь в итоге вас это просто подавляет, вас это в итоге, ну, ограничивает просто в общении, вот, ну, с другими людьми и женщинами в том числе. Вот. А можно ли этому помочь? Да, можно и нужно этому помочь, можно и нужно этому помогать, можно и нужно с этим работать, вот. И как бы дело здесь не в том, почему это вот, ну, почему это так, то, что вы спрашиваете, да, почему, из-за чего это может быть. Дело не в том, из-за чего это может быть, а дело в том, как бы, ну вот, что вы с этим готовы делать, как бы, дальше, да? То есть, готовы ли вы вот как-то, например, это корректировать? Готовы ли вы там этим заниматься, да? То есть, ну, психотерапия, я имею в виду, готовы ли вы заниматься, например, вот, и так далее. Вот, на это вам, как мне кажется, и нужно ответить на этот вопрос себе. Вот. А причин, ну, причин может быть много. Вот. Как мне кажется, да, не решает проблем. Вот. Опять же, вы могли в своем сообщении, да, вы могли какие-то аспекты не затронуть. Ну, просто на, ну, там, на что-то не обратить внимания, например. Такое могло ведь быть правильно. Ну, вполне могло быть. Понимаете, да? Вот как бы такой момент хочется вам сказать. На этом все, пожалуй. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Вот. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит, ну, в общем и целом, начать вот, как бы, работу над собой. Вам желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью.